И нам всегда нужно будет смачивать волосы, так как или иначе, потому что когда они влажные, нам проще намного разделить. Каниколон нам необходимо разделить сначала на две части, а потом, соответственно, на маленькие части. И одну оставить чуть-чуть побольше, чем все остальные. Мы будем плести с плетением дальнейших прядей, чтобы у нас увеличивалась коса. То есть видите, какая у меня здесь узкая, и потом какая она идет широкая. Это не потому, что я ее растягивала, а потому, что я добавляла в нее пряди. То есть ту прядь, которая у нас осталась побольше, мы должны отделить от нее одну треть. И, соответственно, таким образом сделать ее буквой Т. Здесь мы уже проверяем, насколько они одинаковые со всеми остальными. И, соответственно, можно добавить или убавить. А это не важно. Мы выделяем очень маленький треугольник. Максимально маленький. Соответственно, вот так вот. Вот эти пряди у нас остаются вот здесь. То есть сверху. А эту прядь мы, во-первых, подтягиваем и заводим под нее. Самое сложное в этой технике – это скрыть свои волосы, которые у нас есть. Первое время у вас не будет получаться, но это нормально, ничего страшного. Главное – просто опыт и желание это победить. Потом мы просто эту прядь, которая у нас была самая ближе к лицу, мы ее заводим назад и также начинаем вплетать. Волосы мы всегда заводим под прядь, чтобы их просто было не видно. Мы всегда держим также у головы свои руки. Делаем под прядь. Всегда добавляем. На манекене это делать безумно неудобно. Кто девочки с манекеном, меня сегодня поймет. То есть видите, что она торчит, но это с манекеном. Ну и с человеком, конечно, вам будет. То есть мы всегда прячем волосы под этими искусственными волосами. Мы всегда их заводим вниз. И лучше брать очень тоненькие пряди. Из-за этого я для начала говорю разделить хотя бы на 3 или на 4 косы, чтобы вам было проще. Соответственно, всегда прижимаем к голове и всегда подтягиваем волосы. Пряди лучше брать потоньше, чтобы их было проще скрыть. И всегда их подтягиваем. Подтягивать пряди – это очень важно. С какой стороны вы будете добавлять пряди – это не особо важно. Но главное понять, с какой стороны вам удобно. Мне всегда проще с левой стороны. То есть мы немножко проплели, когда у нас уже каниколон зафиксировался, мы начинаем добавлять. Как мы добавляем? Мы вот эту прядь можем прям немножко отправить наверх, чтобы она нам просто не мешала. Берем одну из прядей, заводим ее вниз. К этой, извиняюсь. И под нее мы добавляем прядь. Соответственно, потом мы это все опускаем. Держим. Всегда главное держать. Самое главное условие. Здесь просто мы добавляем. Эти волосы мы всегда поправляем и всегда их прячем. Которые натурально у нас всегда выбиваются наверх. И, соответственно, потом, вот здесь опять же таки, мы держим и заводим под нее. Я проплетаю 2-3 звена. И потом опять добавляю прядь. Просто если мы не будем добавлять, то нам будет потом все сложнее и сложнее скрыть свои волосы. Мы всегда их заводим под низ. То есть что у нас есть натуральное, мы всегда это прячем. Неважно, даже если нам там нравится цвет или еще. Это не проблема в том, что нам цвет не нравится. Это просто техника плетения брейдов с каниколоном, что у нас должен оставаться именно цвет каниколона. То есть я просто здесь добавляю пальчик. Это я увожу наверх. И под нее, соответственно, я уже увожу
прядь волос. Опять же таки, я всегда держу. У нас сейчас особой нет задачи, чтобы у нас получалось идеально, чтобы все было не видно. Нам сейчас главное научиться просто плести ровно и уметь вплетать каниколон в волосы. Их просто можно перебрасывать под наш каниколон. Лучше брать сейчас для первого раза несколько кос, чтобы вам было проще. Я всегда подтягиваю свои волосы, когда их вижу натуральные. Что у меня не особо удачные каниколоны, из-за этого я не особо вижу, где у меня натуральные волосы, ну, манекена, а где у меня каниколон. Но так или иначе, мы всегда его пытаемся скрыть. Можно вытягивать, можно не вытягивать волосы. Это только на ваше усмотрение, как вы хотите. Соответственно, все на том же этапе, все так же плотно. Можно плести одной прядью, то есть не добавлять в течение плетения. Можно просто начать с большой и так далее продолжать. Но просто тогда у нас коса будет на протяжении почти всего плетения одного и того же вида. Ну, в смысле, одной и той же толщины. Мы, конечно, можем где-то поправлять. Но у нас самая главная задача взять, во-первых, удлинить волосы. Во-вторых, изменить их цвет. Здесь мы просто заканчиваем, как обычно, косу, плетем также вниз, но это мы уже все умеем, и просто делаем обычный хвостик, насколько вы хотите длинный, потом, если что, можно отрезать, главное, не со своими волосами. В общем, тут на ваше усмотрение, как хотите. Если делать три, то правильно вот так вот. А все равно, как хотите. Или можно и ровно? Можно ровно. Можно делать зигзаг, то есть тут все на ваше усмотрение. Главное понять технику, как добавлять. И как делать просто именно саму косу.